Пока Татьяна танцует, я с вами поздороваюсь. Здравствуйте, подписчики и гостики канала Пройки. С вами закадровый голос Дмитрий. Я, значит, тут думаю, Дима технику готовит, стою, пляшу, в общем, прям здравствуйте. Спасибо, кстати, за ответы в сообществе, да, в сюжетах. Мы решили вам показать одеяло. Я думаю, да, это на самом деле актуально, и клиенты уже давно просят, чтобы посмотреть небольшое видео и разобраться, чем же одеяло, разница между одеялом за 1500, одеялом за 8000, почему такая? Начнем с одеяла за 150 рублей. Самое бюджетное одеяло 149 рублей, мюсгресс 150 на 2. Только такое наполнение, только такие размеры подходят как раз для постельки, которая является односпальной в IKEA, это на одну наволочку. Значит, что из себя представляет? Вот такой вот рулончик полностью синтетического полотна за очень маленькие деньги. Пойдем показывать одеяло. Видите сами, да, желтый ценник, ниже не бывает. Напоминает очень укрывной материал, который мама использует на огородах, по крайней мере, наши с Димой. Здесь он такой уже заюзанный, новое, но когда поприятнее. Со стиркой здесь проблемы, я бы стирать не стала. А куда берут? Чаще всего. Берут летом в качестве подстилки, там, на пикник, да, одевают какой-то темный пододеяльник, реально так делают. А берут в качестве временного топера на диван, потому что размер как раз обычно спальное место у диванов 1,40 на 2. Берут как гостевое одеяло, потому что как полноценное одеяло использовать его, ну, вообще нет смысла. А почему? Синтетика стопроцентная, и внутри, и снаружи вы под ним просто будете потеть. При этом мне бы хотелось услышать ваши отзывы. Вдруг вот есть любители этих одеял, которые скажут, мне вообще никакой другой не надо, я сплю только под этим. Комментарий жду. Так, друзья мои, значит, одеяло в IKEA делится на искусственный наполнитель и на натуральный наполнитель. Одеяла разные. Вот здесь сейчас представлена вся линейка потихоньку, но без учета прохладное, теплое и экстра теплое, потому что одеяло у IKEA делится все по этому принципу. А каким образом? То есть один тот же наполнитель, например, возьмем одеяло Грузблат, один тот же наполнитель, но разного веса наполнитель. Мне кажется, наверное, лучше показать, что внутри, да, рассказать, чем по весу, потому что вес, в принципе, вы сами выбираете уже, чем теплее, в общем, чем теплее одеяло, тем больше там наполнителя. Гланс виды. Одеяло с искусственным наполнителем. Наполнитель, полиэстерное волокно. Но, ребят, это легкий синтетический материал, который полностью аналогичен пуху. При этом его можно стирать без особых заморочек. И стоит оно не как одеяло пуховое, а вполне так, ну, в половину дешевле. Стоит 4500, это если прохладная двушка. Значит, наружная сторона у него... Ткань просто стопроцентный хлопок. Сами понимаете, чем плотнее хлопок, чем больше нити, тем плотнее. Такой вот хлопок. А там внутри такой вот нежненький наполнитель. Кстати, жду от вас отзывов. У кого как что эксплуатируется, рассказывайте. У нас 100-летний грузблат. Вполне, в принципе, все устраивает. Стираю вообще без каких-то заморочек. Гланс вида дальше идет уже теплый. Вот между теплым и прохладным у двушки. Ну, не забываем, что одеяло есть еще в односпальном размере. У теплого вес наполнителя 910 грамм. У прохладного 470. Ребят, в два раза. При этом, смотрите, теплое еще дополнительно простеганное, чтобы наполнитель у нас сильно не бегал. У тонкого такого нет. Вот это одеяло прям такое вот, ну, приятненькое. Стоит, конечно, правда, 5500. Я не знаю. У Димы такое выражение. Не, я буду молчать, наверное, в этом обзоре, потому что я в этом не бум-бум. А если я куплю одеяло домой за 7500, что ты скажешь? Иди купи шкаф, да? Классно. Так, дальше. Трольд Рува. Не особо давно появилась, в принципе, неплохо себя зарекомендовала. Сделана из бамбукового волокна. Здесь представлены двушки, то есть ценник за однушку уже ниже. Здесь почему-то лежит ротопа со всех сторон. Тротульвы нет, ну, так разложено. Просто это единственный способ показать вам одеяло. Так. Чехол полиэстер и хлопок, полиэстер 65%, наполнитель вискоза, искусственный шелк и полиэстер. Значит, по ощущениям, что дает такой наполнитель? Во-первых,
так как есть хлопок в составе чехла, в верхнем слое, вы под ним уже не потеете, то есть одеяло спокойно дышит вместе с вами. Мы сегодня снимаем, в какой-то пыли, я чихаю. Бамбуковое волокно что дает? Обеспечивает эффективное испарение влаги. То есть вы не потеете под одеялом, вам просто комфортно. И без особых заморочек уходит. Стоит 2-300. Честно, заказывают часто клиенты, это одеяло любят. Даже вот сейчас стою, ручкам под ним прям вот тепло. Прям вот тепло. Ну, не жарко. Дальше, Радтопа. Честно, ребят, вот самое популярное одеяло у нас в Саранске. Расскажу, почему. Во-первых, за счет натурального состава. Наполнитель лиоцел и полиэстер, а ткань лиоцел и хлопок. То есть это наш любимый простыни Ульвиды, на которых комфортно спать, при этом не так скользко, как на чисто лиоцельных простынях. Лиоцел. Волокно дышит, не дает вам потеть, то есть вам комфортно под ним. Так, что заявляет IKEA? Очень теплое, простое выходит одеяло с чехлом из хлопка лиоцела, наполнителем с полиэстера лиоцела. Отличный выбор для тех, кто любит спать под теплым одеялом. Лиоцел в составе обеспечивает испарение влаги для комфортного сна. Одеяло легкое, то есть вес вот у этого одеяла, вес наполнителя 2 килограмма. А, кстати, у Тральтова, но это очень теплое, то есть это экстра теплое, это вообще для мерзляков. Вот само, нет? Вообще все перепутанное. Вот это одеяло, простегано оно длинными камерами, не пересекающимися. Но в эксплуатации заявило себя очень хорошо. Делится Радтопа на экстра теплое, просто теплое и прохладное. Сейчас будем искать дальше. Грузблат. Ну, этому вообще конкурентов нет. Соотношение ценника и качества вполне адекватное. Не скатывается. Конечно, не такое уже оно приятное, как, например, та же Радтопа или Тротульва. Но денег своих стоит. Износостойкость нормальная. Понятно, со временем тяжело отстирываются какие-то небольшие пятнышки. Всякое бывает в жизни. Потоньше сам чехол. То есть со временем наполнитель потихоньку, ну, ребят, со временем это утрировано, через 5, через 7 лет, ну, поверьте, вы не будете всю жизнь пользоваться одним одеялом. Поэтому денег оно своих стоит. Значит, очень теплый, стоит 2000, по сравнению с Радтопой, да, разница в 2000, вес у наполнителя 1800 грамм. Значит, наполнитель 100% полиэстер, а ткань 65 полиэстер, 35 хлопка. Дышать вы под ним будете, потеть, в принципе, особо не должны. Но вот это одеяло для мерзляков. Оно прям тяжелое, его даже видно, такое вот тяжелое, пушистое одеяло. А дальше идут одеяла с натуральным наполнителем Кел Красе. Здесь у нас утиный пух 90%, а 10% утиное пюре. Пюре. Пюро. Значит, уже кушать пора. Да я есть хочу уже про пюре. Ребят, ценник 8500. Диму, уши закрой. Не для... Ты с этим хочешь домой, да, на коврике, да, спать? Да. На нем можно спать даже без пододеяльника. Но это не эстетично и не практично. Стирать одеяло часто замаетесь. Значит, стирать все одеяло можно на 60 градусах. Использовать только для таких наполнителей не более 1/3 обычного, да, количества, то, что вы дозируете на стирку. Вес наполнителя здесь 760 грамм. Видите, да? Полиэстера нужно гораздо больше, чтобы обеспечить вам ту же эффективность по сравнению с натуральным наполнителем. Но почему, например, я не сторонник натурального наполнителя? Ну, больше геморроя с уходом. То есть стоит недешево, нужно заморачиваться, как постирать и что. Поэтому я вот Грузблат, Радтопа, вот мои варианты. Простегну вот такими камерами, Дима, я не могу на пальцах показать. Простегну вот такими небольшими камерами, то есть даже после стирки можно вполне вот все это дело взбить. Почему такой ценник? Чем больше пуха, тем дороже. Чем меньше утиного пюра, блин. Пюра, тем дешевле. Все уже, Таня, пюра. Дальше. Сотвидель. Пух, перо тоже. 60% пуха, 40% утиное пюре. Утиное перо. Перо. Стоит 3000. Видите, да, уже разницу? По весу здесь у нас 1300 грамм. То есть чем больше пуха, я выкрутилась, чем больше пуха, тем меньше его надо, тем теплее одеяло.
Вот такой нюанс. Значит, чехол это 100% хлопок, тоже простегнут камерами, но камеры уже побольше. То есть вот размер камеры. А вот это видно? Не оно, это Сатвидаль, это вот другое. Это Сатвидаль за 5. А мы его, наверное, пропустили, да? Конечно, я начала про Сатвидаль, с пюра перешла на хэндсбэк. Вырежешь? Нет. Блин. Пусть короче, знает тебя все. Мы начали про Сатвидаль. У Сатвидаля точно такая же простежка, тоже хлопок. Здесь у нас 60 утиный пух, 40 перо. Здесь, ну конечно, здесь наоборот, отсюда и разница, начала за здравие, закончила за упокой. В общем, после Келекресе идет одеяло Сатвидаль, тоже делится на теплое, экстра теплое, нет, делится просто на теплое и прохладное, этот момент тоже учитывайте, но экстра теплое в натуралках делать нет смысла, потому что они уже сами по себе теплые, и экстра теплое, оно будет вообще конских денег стоить. Здесь уже 60%. 60%. Чего? Уха. Умничка. А там 90. Блин, я не могу, меня Дима сбил и говорит, переписывать не будем. То есть по теплу оно уже, оно примерно такое же будет по теплу, но по эксплуатации пух более долгоиграющий. Отсюда разница. Поэтому, если, наверное, покупать натуралку, то покупать хорошую сразу. Если бюджетную, лучше вот за эти же деньги, что предлагают, например, на одном перышке, а не на пухе, лучше синтетику взять. Следующее одеяло. Хэнсбер. Теплое. Тоже бывает теплое и прохладное. Здесь уже 90%. Короче, 10% пуха и 90% перышка. Все, я нашла выход, я выкрутилась. Вот даже уже вот по ощущениям пух практически не чувствуется. То есть одни перышки, кусочки такие. И оно вот... Дим, иди сюда, поближе. Вот тоже вроде хлопок, да? Там уже камера внутри другая, вот какой шорох. И какой шорох у более дорогих. Они прям воздушные. Угу. Поэтому вот, не знаю, я бы не стала брать вот это. Да, оно вроде, оно такое надутое за счет перышек. Камеры, кстати, уже большие. Как по эксплуатации, периодически их заказывают, но так вот. Отзывы такие противоречивые по ним. Так, это мы смотрели, это однушка, и Сатвидаль однушка. Килокраса однушка стоит 7500, Сатвидаль стоит 4500. То есть разница на 1000 по сравнению с двухспалками. Дальше. Килокраса, кстати, прохладная сейчас по акции. Вместо 5500 можно взять за 4000. Если у вас еще есть, остался купон на 25% скидку, можно еще получить скидку 400-400-800, 1000. То есть за 2999 можно взять прохладное одеяло, в котором 90% пуха и 10% утиных перьев. Вес наполнителя всего 300 грамм. Ну-ка, давайте его заберемся. Но легкое. А если таким вот одеялом не буду на коврике спать? Это для меня. Хэнсбер, одна спалка. 2500. То же самое, теплое. Килокрасы 2х2 прохладные. 6500. Разницу в 2000. Ну, то есть, сами понимаете, да? Чем тоньше, тем оно дешевле. Так. Давай-ка вот здесь вот по выставке еще пробежимся. Хочу Грузблады показать в сравнении. Вот Грузблад теплое и Грузблад очень теплое. Вот если брать Грузблад очень теплое, самый популярный размер двухспальный, ребят, вес наполнителя 1 килограмм 840 грамм. Общий вес почти 3 килограмма одеяла. Ну, сухнуть долго будет. Вот эти моменты тоже надо учитывать. Поэтому, наверное, если вы только не в Сибири где-нибудь живете, если какие-то вот такие экстремальные условия, морозы, вы знаете, что у вас там температура понижается очень сильно, тогда лучше натуралку взять. Если вот как мы в Средней России, нам вполне хватает либо Роттопы, либо Грузблада среднего, даже прохладного. И на все сезоны причем.
Жаль, что нет показать внутри никаких разрезиков. Могу только поделиться своими ощущениями. Давай так сделаем. Как я дилетант вообще вот в этих делах. Вообще не бум-бум, а слово бум. В чем разница между натуральным пухом и искусственным? Цена. Почувствовали ли я что-то, накрывшись? Да, ты почувствуешь. Сейчас расскажу, что. Смотри, если ты хочешь очень теплое одеяло, если ты будешь брать синтетику, то оно будет тяжелое, оно будет толстое, оно будет объемное. Не все это любят. А если ты берешь натуралку с таким же, получается, функционалом, да, оно будет легкое. Вот как тебе сравнить резины, наверное? Есть дорогая резина для машины, а есть дешевая. Здесь примерно то же самое. Плюс эксплуатация, уход. Синтетическое одеяло всегда можно постирать, не сдавая в химчистку, не заморачиваясь. Не скатывается ничего, но долго будет сохнуть. Натуральное одеяло, кстати, сохнуть будет еще дольше. И определенный способ стирки, потому что чаще всего, вспомни, постиранный дом пуховики. Ну да. Вот. А за, например, химчистку твоего пуховика я отдала 1000 рублей. За одеяло с меня возьмут около 3, по крайней мере, в нашем городе. Ну, получается, синтетику можно просто и в домашних условиях запинать. А где я стираю одеяло? В машинке. У нас синтетика. Да, у нас синтетика, у нас ротопы, мы с ней великолепно живем уже года 4 или 5. Я не знал. Дима не знал. Вот такое откровение. Я, конечно, не рекомендую Мисграс, потому что вы под ним будете потеть. Если финансы позволяют, лучше брать... Ротопу за счет лиоцела, то есть здесь, почему ротопу рекомендую? Под ротопой вы будете дышать, у вас практически нет синтетики, у вас полностью лиоцел с хлопком чехола, внутри лиоцел с полиэстером дает именно эффект нужный, и тепло, и не потеете, и не тяжело, и нет заморочек с уходом, и более-менее нормальная цена. Либо берете глансвинды. Здесь синтетический пух. Вот я, например, сейчас зимой ношу пальто на вот таком синтетическом пуху. Вообще никакой разницы нет между натуральным и этим. Но, ребят, оно не скомкалось. Я не заморачиваюсь, но хотя отдала все-таки в химчистку. Не рекомендуют их стирать. Вот. Поэтому если вот брать без привязки к цене вообще, это либо ротопы, либо глассвинды. Если нужно бюджетнее, значит, берем грузблат, исходя из плотности, которую хотим. Но если хотим офигенную натуралку и хотим комфортно, не под огромным тяжелым одеялом спать, вспомните ранешние бабушкины одеяла, тяжеленные, с кучей пера, пуха, то есть такие вот, которые, под которым лег и не повернуться, уложили и никак никуда не убежал. Вот. То есть если не хотите такой эффект, соответственно, берете... Келкрасы. Это самое дорогое одеяло. Вот, в принципе, и все отличия. Рассказала, что бы ты вот сейчас купил? Вот ты мужчина, тебе нужно купить одеяло. Ты ко мне обратился, я тебе дала разные характеристики. Ну, я бы легкое перо взял бы. Легкое перо бы взял? Да. То есть взял бы дорогое, несмотря ни на что? Да. А не забывай о том, что в натуральном материале могут завестись полевые клещики. Ну, мне что, до пенсии с ним спать? Нет, но бывает так, что и жена на всю жизнь одна, и одеяло одно. Ну, жена не постель. Стирать не надо, да? Стирать не надо. Вот видите, то есть если бы у нас сейчас была продажа, то Дима бы купил из натурального материала. Хотя первоначально говорю, что 8500 – это безумный ценник за одеяло. Ну, легкое перо 8500 стоит? Да. Мама. Нет, смотри, идем. Вот если чисто перевернуть. Ну давай, вот чисто по текстилю. Вот, ну, давай по тактильному. Да, это перо. Вот я вот такой взял. Вот такой бы взял? Да? Здесь 50 на 50. Вот. Вот. Сатвидель. Так, ну давай, 60 для двоих пуха. Возьмем. А, 2 на 2 это много. 2 на 2 и двухспалка. Это вот каким мы сейчас спим? Ну, на двоим-то есть. Да, 2 на 2. 4500. Скрипя зубами, конечно, я купил. Здесь 60 пуха и 40 пера. Вот и все, продажа состоялась. Ну, не 8500. Ну, не 8500. Продажа состоялась. Поздравляю, берите свое одеяло, пользуйтесь, владейте. Но, друзья мои, главное, у IKEA есть обалденная фишка. Вот чем они мне нравятся, шведы. Надеюсь, что они все-таки не уйдут из России, да, и не будет там IKEA Россия, типа IKEA. Но это мои мысли.
14 дней у вас есть на эксплуатацию любой подушки, любого одеяла. Ну, кроме Мюсграсс, самого дешевого одеяла и самой дешевой подушки с лен. Ребята, вы можете поспать, понять, ваше, не ваше, тяжело, не тяжело, комфортно, некомфортно. Особенно это касаемо подушек, потому что, ну, нереально, как бы вот ни говорили, часто приходят клиенты, ой, вот мы в Асконе полежали. Полежали и поспали – вообще разные вещи. Полежать я могу и на подушке с лен, но у меня почему-то от нее потеет голова, хотя я не люблю вообще, в принципе, на подушку спать, могу спать без подушки. Поэтому вот эти 14 дней – это фишка. Вы попользовались и вернули. И сразу скажу, куда это деется. Это либо сдается в оценку с хорошей скидкой, либо утилизируется. Ладно, давай заворачивай лавочку свою, пойдем кушать. Да, если кто смотрит нас в обед, потому что в ролике выходит обед, всем приятного аппетита. Не забываем подписываться. Хотите пообщаться в Инстаграм? Ну и маленькая мини-реклама. Не забываем о том, что есть индивидуальные консультации. Сейчас опять скажу, что я кривлялась. А так же. Ты постоянно кривляешься? Я постоянно кривляюсь, да. Ну вот судьба, наверное, такая. Все, ребят, всех люблю. Спасибо, что с нами. Спасибо, что смотрите нас. Все. Дима, ну, от все, меня все, уже пока, убегает. Пока. Все, пока. Я есть пошел.